С Днем Победы поздравил украинцев и премьер-министр Николай Азаров. Напомнил, что в стране практически нет семьи, которые бы не коснулись ужасы войны. И быть достойным подвига предков – это обязанность каждого. Свою же задачу, как главы правительства, Николай Азаров видит в том, чтобы оказать ветеранам максимальное внимание. Наши деды, отцы, прадеды сумели добыть эту победу в тяжелейшей войне. Величайшей войне за всю историю человечества. И поэтому их подвиг навсегда останется в нашей памяти. Мы вечно будем склонять свои головы перед их подвигом, перед их могилами.